Проростки яблочных семян, да, и такие бывают. Можно прорастить яблочные семечки, просто замочить их в воде, и они начнут прорастать. А вот это не видали. Чудо из чудес, так сказать, я достала из яблока вот такие семечки. Нормальное яблоко, ела покупное просто. В нем семечки проросли, я их, как всегда, достала, чтобы съесть йод. Ну, там йод в них, все знают. Думаю, сейчас семечки съем от яблока, как правильная Маша. А тут хоба, и они пророщены. Внутри не знаю почему. Яблоко вообще должно, по идее, сгнить, чтобы они начали прорастать, но оно было целое, здоровое, невредимое. Вот. Ну вот, что-то такая идея, думаю, наверное, полезна проростки яблок, семян. Мини-яблонька такая в руке у меня. Вон несколько штучек яблонек. Интересно. Но их даже отдельно продают, эти семена, кстати, они стоят недешево. Вот, ради йода покупают. Прям яблочные семечки. Я видела, мешок стоит прям яблочных семечек. Можно купить 500 рублей вроде килограмм, ну, что-то вообще борзо. Из яблочек, в общем, надо семена съедать, не забывать. Сама себе напоминаю. Ну, интересно, как раз пророщенные семечки в яблоке. Мне прикольно. Я радуюсь мелочам. Учусь замечать чудеса любые, чтобы их стало больше еще. Говорят, чудеса там, где их замечают. Начинают замечать, они начинают происходить еще чаще. Вот, ну, тоже мини-чудо такое, да? Что-то в этом есть.